Друзья, добрый день! Мы отдыхаем в отеле Crystal Prestige. Отель находится в поселке Гвинюк. Это район Кемера. Расстояние до аэропорта 45 километров. Друзья, честно говоря, очень напрягся, когда ехал в этот отель, потому что Crystal один из самых недорогих по стоимости отелей, в которых мы были. Так как я еду с детьми, я на самом деле всегда очень переживаю, когда еду в отели по такой стоимости, насколько там будет комфортно отдыхать моей семье. Но могу сказать сразу, отель меня удивил. Отель меня удивил, и сейчас мы посмотрим все плюсы и минусы, посмотрим территорию, покупаемся в море, enjoy с нами! Приехали только с самолета. Дети влупили все орехи. Как вам? Смотрите, какой комплимент нас встречает. Шампанское брют. Территория, утопающая в зелени. А виды на горы. Каждое утро хочу встречать так же. Мы имеем шикарный номер дюплекс, у нас получилось, как всегда, взять его по акции. Я, когда вижу небольшую разницу в стоимости тура и вижу те даты, на которые номера идут по акционным ценам, стараюсь всегда взять максимально высокую категорию. Мы всегда сможем подсказать для вас, как правильно и выгодно забронировать самую высокую категорию номера с минимальной доплатой за номер стандарт. Так что пишите нам, обязательно вам поможем. А у кого не получится забронировать, мы всегда стараемся сделать апгрейд номера уже на месте, так как работаем напрямую с ательерами во многих отелях Турции и Египта. Начинайте свое утро так. Алло, мне, пожалуйста, чашечку кофе. Друзья, сегодня мега насыщенный день. Я сегодня накатался с детьми просто до упопрочения. Накупались, назагорались. На самом деле такой голодный, так хотел на ужин. Мы осмотрели ресторан. Кстати, за моей спиной, обратите внимание, это основное помещение главного ресторана. Все очень свежо, то есть видно, что была сделана частичная реновация. Значит, мы имеем 5 видов мяса. Причем сегодня есть огромнейшее блюдо дня на такой вот чаше с овощами. Баранина просто настолько аппетитно выглядит, что, скорее всего, я ее попробую, хотя я не очень люблю мясо. Вот. 2 вида рыбы, это лосось и дорадо. Огромное количество овощей, фруктов, холодные закуски, плюс на ужин самый большой выбор фруктов. Вот она моя перепелочка. Не ешьте меня, не ешьте меня! Гушу я за задницу. Вкусно. Блин, честно говоря, не могу сдержаться, надо попробовать ее, чтобы знать, что говорить. Это офигенно, очень вкусно. Я очень долго не мог сдержаться, чтобы ее попробовать. Посмотрите, она ломается просто от вилки, от ножа. Вот это надо отдать должное повару. Сделал просто на высшем уровне. Это надо уметь. Мы сегодня забронировали турецкий аля-карт ресторан. Вечер в самом разгаре. Здесь вкусный салат, хумус,
сыр. И основное блюдо – это говядина с овощами гриль. Тут есть орешки. Сейчас я с удовольствием попробую. У меня сегодня просто мясной день. Самое интересное – посмотрите на эту посуду. Это железные тарелки, они очень тяжелые. Хорошо приготовлена говядина. Смотрим, какой алкоголь есть в отеле Crystal. Гермейстер, виски Red Label, Капитан Морган. А шампанское местное, шампанское Белладора и турецкое шампанское. Но, кстати, оно хорошее по качеству. Бакарди, Абсолют, Альмека. Не самые дешевые виды виски, текилы, водки. Поэтому любителям enjoy. Счет для кофеманов именно на лобби-баре делает хороший кофе. Мой эксперт, моя жена, в каждом отеле тщательно дегустирует, сказала, кофе здесь бомба. Самое лучшее, что есть на завтрак, обед, ужин, это фрукты. Знаете, во многих отелях фрукты есть либо невкусные, либо безвкусные, не сладкие, кислые, твердые. То здесь подбор фруктов просто на высшем уровне. Все, что мы попробовали, все просто идеальное. Это мой завтрак на сегодня. К сожалению, один кусок я уронил. Пойду поставлю. Я вам уже говорил, что по орешкам всегда можно определить уровень отеля. Посмотрите, что здесь есть. У нас здесь фундук, миндаль, арахис, то есть орешки очень достойные, и вид шикарный, посмотрите, территория отеля, и там можно видеть море. Дети, ну вы готовы? Да! В аквапарк! Да! Кстати, обратите внимание, аквапарк достаточно большой, есть очень крутые горки, сейчас пойдем посмотрим, какая там ситуация сверху, а также есть вон детский аквапарк. Также пойдем его проинспектируем. Пойдем. Так, вы пешком. Папа, целуйте. На барабан! Погнали. Это невероятная комбинация. Шикарное расположение. Посмотрите на горы. Сегодня красивый туман. Поселок Геник. Огромный аквапарк. Детский аквапарк. Детский клуб. Шикарная территория. А самое главное, Амелия без нарукавника. I'm not afraid to die.
сейчас покажу дорогу на пляж. Это, кстати, наверное, самый волнующий момент многих туристов, потому что даже я, когда смотрел фотографии и видео в интернете, представлял мост на пляж намного больше, дорогу намного шумнее, территорию намного меньше этого отеля. Кстати, обратите внимание, главный корпус, от главного корпуса бассейн и аквапарк. Здесь метров 100 расстояние до мостика, который ведет на пляж. Взрослый аквапарк работает с 10 до 12, но сегодня по факту его выключили в 12:30. И обратите внимание, аквапарк в детском городе, то есть детский аквапарк. Сейчас у нас уже час дня, и он до сих пор работает. То есть я думаю, он будет работать целый день. Это очень удобно, особенно если у вас есть маленькие дети. Идя по территории, мы видим огромное количество цветов. Мы выходим на центральную аллейку, которая ведет к мостику, который ведет на пляж. Так, мы приблизились к мостику. Вот центральный корпус. Тут буквально метров 100. 100 метров по территории. Мостик деревянный, кстати. Причем такой, знаете, он плотный деревянный. Капитальный. И далее по мостику мы идем по территории, которые также окружают сосны, пальмы, цветы. Очень красиво. Вот дорога самого центра поселка Гюнюк. И мы видим, что сразу же на мостике у нас есть хвойные. Блин, запах просто невероятный. Здесь так пахнет. И все, мы спускаемся в зону, которая ведет на пляж. Причем на пляже есть вся инфраструктура. Начиная от футбольного поля, тренажеры, бар. Сейчас все это проверим. Посмотрите, какие сосновые. И вон огромнейшие сосны. Абсолютно не сложно, не долго и не жарко, главное, потому что мы попадаем прям в сосновый лес, который находится именно на пляже. Обратите внимание на тренажеры. Сейчас мы потом вернемся, мы сейчас пойдем покупаемся. Также есть олимпийский бассейн и бассейн просто. Детская площадка, обратите внимание, которая находится на территории пляжа. Это все территория пляжа. Фактически отель разбит на две части. Первая часть, которая находится возле центрального корпуса, там где аквапарк. И вторая часть, это пляжная часть. Но здесь ничего не напоминает пляжную часть. Фактически это продолжение отеля. Причем здесь территория... На территории пляжа, могу так это сказать, есть ресторан, где также можно перекусить во время обеда. Здесь есть у нас соус, есть мясо, рис. В ресторане на пляже, могу так это назвать, потому что это целый ресторан. Значит, здесь можно перекусить, у нас идет рис, пиццы, турецкие лепешки, мясо, как шаурма. И вы садитесь за столик, здесь есть меню, и по меню заказываете себе то, что вы хотите покушать. Кстати, здесь есть рыбка, шашлык, спагетти, бургер, фрукты, салат, то есть все прям нарисовано. Кстати, вон у людей есть рыбка, вкусная рыба. И это дерево прям в ресторане на пляже. Посмотрите. Зато запах просто божественный. Приятного аппетита! Мы
ресторане на пляже. Обедаем с шикарным видом на море, сосны. Заказали себе сибас. Вот так вот выглядит порция. Салатик, винчик в лучших традициях пластиковых стаканчиков. Но, кстати, чтобы кто ни говорил, вино очень хорошее. И оно еще холодненькое с холодильничком. Так, ну что, по традиции мы дегустируем рыбку. Пробуем. Классно. Рыба хорошо приготовлена. Овощи. Самое главное, что это все на свежем воздухе. Вам вкусно? Тебе рис вкусный? А у тебя гамбургер? Итак, мы на пляже в отеле Crystal Prestige. Отель находится в поселке Гёйнюк, регион Кемер. Значит, что мы имеем? Мы имеем лежаки, кстати, хорошего качества, очень хорошие тряпичные лежаки. Плюс мы имеем тряпичный навес, мелкую дырочку. Очень удобно загорать, особенно в час пик под навесом. У вас тень, но тем не менее вы все равно загораете, потому что есть мелкая-мелкая точка. Далее мы видим, хоть мы и в Кемере, это достаточно большая редкость, мы видим идеальный песчаный пляж. То есть видите, здесь везде песок, и только ближе к берегу начинается вкрапление гальки. Но она не крупная, то есть она не помешает для ног. То есть если вы с маленькими детками, вы в принципе абсолютно, они, детки, абсолютно без проблем смогут бегать, гулять по пляжу. В отличие от многих отелей Кемера, мы имеем здесь песок. Далее, при входе в воду, мы имеем вот такую вот мелкую-мелкую крошку, она очень приятна для ног. Но здесь уже начинает попадаться галька. Галька, в принципе, не крупная, вот таких вот размеров. И такая галька идет где-то по колено. То есть, когда зайду по колено, размер гальки вот такой. Но мои дети заходят. На видео вы тоже видели, я захожу, то есть она не чувствуется по ногам, не больно. Сейчас я разденусь и покажу заход, так как после гальки начинается опять хороший песчаный заход. Где-то когда мы зайдем по грудь, мы имеем песчаный заход. Сейчас покажу вам это.